И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике поставим, значит, в позу нашего шерифа, сделаем ему анимацию и проверим, как будет работать та система разговора, да, которую я показывал в прошлом, значит, ролике, как она будет попадать, значит, в текст. Итак, значит, присутствует персонаж. Переходим в Pose Mode. N панель, давайте Screencast Key включу. Итак, значит, нужно поставить персонажа в позу, чтобы потом, значит, сделать ему анимацию, значит, разговора. Это будет на конюшне сцена. Так, персонаж нагинается. G чуть-чуть, значит, поближе подводится вот так вот. И, значит, голова R приподнимается. Так, рука R перекручивается. Так, как-нибудь сюда. Так, теперь локоть. Локоть немножко припускается. Так, так, так. А ну-ка, что ему можно сделать? Ну, как-то так-то, да? И вот здесь, наверное, какой... Так, что-то в этом духе. И R, значит, ключицу прям перетаскиваем вперед. G, можно ее тоже подтянуть. И кисть руки, G. Так, вот здесь вот плохо, значит, работает вот это вот. Подъем вот этот, а ну-ка, G. Угу. Так, тогда еще ближе его подведем, значит, таз. Семерка на нампаде, R. Таз чуть-чуть подкрутим вперед, чтобы плечо именно легло. Так, потом семерка на нампаде R. Перекрутим голову. Так. Ну, как говорится, все равно маловато. Да, я хочу именно, чтобы вот эта кисть R легла куда-нибудь вниз. Вот сюда вот так. А ну-ка, R перекрутим. Чтобы меньше ей добавлять, значит... Так, эти, ну, складывать ей пальцы, да? Так, а вот эта рука, G, она должна потом будет жестикулировать, что-то рассказывать. Так, а ну-ка, G. Опять же, ключицу перекручиваем вперед. Перекручиваем кисть руки R. Опускаем. И теперь вот постановка, значит, пальцев сделаем, да? Так, R. Перекрутим пальцы. Так, следом вот эти пальцы согнем. Так, теперь вот этот палец. Так, а теперь нужен нам мизинец. Перекрутка. Доводим чуть-чуть пальцы. И, значит, вот эти пальцы можно еще вот так вот подсогнуть. Ну, как бы так бы. Так, теперь прописываем А и локрот.
Смотрим на 10-м кадре. Немножко G. Пусть он чуть-чуть перемнется. Так, сразу ногу чуть-чуть в бок пусть оттянет и чуть-чуть как бы сильнее упрется. А, и прописка. Так. Здесь уже можно делать разговор. И, значит, давайте на 40-м кадре по-простому, да, так, раз. Руку, значит, пропишем. Он ее приподнял. И на 70-м кадре. Так, опа. Ctrl-Z. R припустил. Так, А, И, прописка. Так, все, здесь, в принципе, что у нас? Разговор, если идет, то тогда, возможно, чуть-чуть пускай плечи там одним плечом пошевелит. И анимация, прописка. Потом, значит, это плечо R приподнимет. И где-то еще чуть-чуть, опа, двинется. Тогда 71 удалим. Так, и так. Рука, значит, действует. Потом на 80-м пускай. Так, R, G, и, значит, приподнимет шляпу. Так, вот этот палец один выберем. Alt-G, Alt-R вернем, значит, в исходное положение. И Alt-G, Alt-R полностью его приподнимем. Так, выпрямим его. И теперь, значит, R, G. Так, локоть теперь чуть-чуть уменьшим. А, и локрот. И, значит, на десятки поднимаем, значит, шляпу. А ну-ка, R. Так, еще, наверное, чуть ее перекрутим. Так. И палец доведем, как будто он пальцем приподнял. О. Тогда здесь рука чуть-чуть пониже. Так, и эту руку тогда выбираем и находим, где она у нас прописана. Вот этот кадр первый, Shift-D на последний. Так. И тут что-то, а ну-ка.
Что-то тут пошло не так. Семерка на нампаде. Нужно R кисть руки чуть-чуть докрутить. Тогда G, вот этот кадр сюда, а ну-ка, ага. Угу. Что-то где-то у него плясочка-то идет. Так, а ну-ка, R. Так, удаляем, значит, тут какой кадр? А ну-ка. О, опять тут что-то с рукой. Так, давайте-то уже полностью пропишем ее. Эту-то я тоже delete. Так, и тогда G. По-другому-то пропишем, а ну-ка. Угу. Так, а вот этот палец тогда подсогнем. Так, и тазовую кость, значит, немножко перекинем на ногу. Так, раз. Так, тогда таз. Что у нас с тазом? Удаляем все вот эти передвижения и смотрим. Так, раз. Он под, рукой движет, движет. Значит, здесь у него должна быть так статично. Так. Угу. А тут, значит, семерка на нампаде. Делаем R. И прописываем перекрутку еще. Так, с рукой. С рукой, со шляпой, да, это значит, какая у нас движуха. Вот отсюда начинается. Вот это нужно больше так оттянуть. Английское А. И значит
Вот эти кадры G. Давайте до 120-го. Ctrl-Z. Ставим, а ну-ка, 120 кадров, и получается, значит, здесь у нас, значит, 60, 70, это уже почти 10, 20, так, секунда, да, раз. Ну да, пусть медленнее поднимает, потом тут тоже где-то полсекунды и опускает чуть быстрее, значит, здесь 110, 115 и 120. Все. Продлеваем где-то до 300. И значит 300 у него здесь оставляем. Все, вот он, оп, шляпу поднял. Здесь значит опуск, вот этот G. Где-то на секунду растянем, помягче, чтобы было. Ну а тут уже одна будет болтовня. В принципе, очень простая такая анимашка. Чисто блок на том, что он стоит, ну чуть-чуть двигается, да? В принципе, пойдет. Так, что тут у него? А, это красные у него брови, а я думал, что у него там краснее. Так. Здесь вот еще что у него есть. Видите, я добавил, значит, кости. Теперь можно создавать движение вот этих вот, значит, вот этого плаща. Да, цвет надо переделать. Так, G. Куда-нибудь на 80-й поставим. Так, вот это вот сильно, значит, будет. А ну-ка, R.
Так, и возможно, наверное, первый кадр вот этот давайте удалим. Пусть он в статике стоит, ну, в смысле, без лишних, как, прыжков и движений. Так, теперь что у нас? Теперь идет у нас анимация, значит, рта. Пробуем систему, которую, значит, в прошлом ролике я пытался, значит, подловить. Давайте посмотрим. Так, 4 раза, значит, делаем 10-5, 10-5. Так, значит, промотаем вот эту побольше, и получается у нас на десятке. Значит, здесь на первом кадре рот закрыт. Прописка И. На десятом, значит, он открывается. Потом получается 15-й кадр. Он, значит, закрывается. Потом 10 добавляем. Это получается 15, 25. 25. Открываем рот. Прописываем И. И добавляем 5. Это тридцатка получается. Значит, тут закрываем и прописываем. И получается на секунду 4 кадра. Вот эти 4 кадра можно ускорять, замедлять и, в принципе, должен попасть под любой, значит, разговор. Так, теперь что у нас получается? Следом. Это сколько получилось кадров? Раз, два, три, четыре. Все, это 30. Теперь идет у нас десятка. Это значит 40. На сорокесе он, значит, открытый. Так, и потом идет еще десятка. Так, а ну-ка. Пять. Нет, тут идет уже пятерка, да? 5, 10. А ну-ка. 10, 5, 10, 5, 10. Здесь идет 5. 4 раза вот так проходит она, значит. Так, R закрывается. 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Теперь 45, 55. R приоткрытый рот. Прописываем, значит, и. Потом у нас получается десятка. Это значит, так, 55, 65. На 65 он, значит, закрывается. И здесь опять получается пятерка, 70. Так, и получается, что одна и та же кость у нас, да? Вот. Ее можно продлить и дальше. Значит, выбираем все вот эти кадры. Это значит 10, 15, 25, 30, 40, 45, 55, 65, 70. Из 70-го тут должна, значит, впереди быть десятка, да? Значит, ставим 5, 10. Это 70 на 80. Shift D. И перетягиваем их на 80. Вот. И теперь, значит, Shift D. Так, это было у нас 140. Перетягиваем на 150. И вот 210, это получается уже нормальный базар, видите, да? Система работает. Для мультфильма это, в принципе, нормально пойдет. Так, теперь, значит, вот плохо, что тут еще другие кадры, да? Других костей. Ну, нужно ставить их, чтобы не путаться, чтобы можно их было всегда выбирать. Так, получается, хотя должна одна кость быть без других костей. Если вот эту выбираем, у нее свои кости, да, тогда получается здесь 80, вот этот кадр не нужен тогда. И здесь-то 110, тогда вот этот предыдущий тоже не нужен.
Нормально, это одна болтовня, значит, идет. Так, и на каких-то кадрах это 110. Вот этот можно удалить. Так, теперь давайте добавим моргание 40-го. Ну пусть 42-й будет. Сейчас посмотрим, а ну-ка. Давайте на 40-й добавим моргание ему. Так, R. Глаза закрываем. Так, вот это Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, и эту. Нижними попробуем, а ну-ка, подтянуть. И надо веки тут, видите, теперь перекрасить потом. Так, здесь у нас, значит, приподъем бровей чуть-чуть. Здесь можно... А, ну пока это пишем, да? Так. А, и прописка. Следом, значит, хоп. Побыстрее моргает он, да? Значит, в пятерку нужно вложиться. Ну, давайте 43. Выбираем вот эти веки. Alt-G, Alt-R. О, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Как же так же? Так, вот этот. И вот этот. Alt-G, Alt-R. Так. Прописываем еще, что можно сделать. Ну, вот эти, если менялись, то их тоже можно подставить. Alt-G, Alt-R. Так, есть. Прописываем А, И, прописка, и, значит, выбираем только глаза. Ну, те кости, которые меняли словом, да? И вот это, значит, Shift-D. Перетягиваем сюда. Все, теперь выбираем их и перетягиваем Shift-D, ну, куда-нибудь на 70-й кадр. И потом Shift-D на 140-й. Так. Зацепил я еще шляпу, походу. Так, у шляпы вот это, значит, Delete. Вот эти три кадра Delete и вот эти три кадра Delete, чтобы шляпа, значит, не двигалась. Вот, только в этом положении. Так, и вот у нас базар, система рабочая. Вот, и видно, что он болтает, еще зубы ему добавить. И потом будет все зашибись. Так, шипкеями можно лицо чуть-чуть подправить. Там где-то давайте попробуем добавим движение челюстью, чтобы прикольнее было, да? По мультяшному, значит, это 10R. Допустим, вот так можно рот открывать. И, значит, рот можно наискось открывать. И тогда получится вот такая система разговора, да? Допустим, раз. Вот. Усами можно еще пошевелить. Так.
Вот где он рот открывает, здесь, оп, задержка. Болтовня, моргание, все, зашибись. Вот, и здесь можно, значит, усы немножко. О! Руку нужно тоже переделать, а ну-ка раз. Так, а ну-ка раз, оп. Вот здесь шляпу нужно довести. А ну-ка, R. Так, и тут шляпу нужно R чуть-чуть довести под палец. И вот это положение Shift D прописать на соседний, значит, кадр. Так, а это тогда можно удалить. И этот тоже тогда удаляем. Так, выбираем, возможно, это кость рта. И получается, что вот это все является разговором. Можно его Shift D прям кость выбирать и поправлять, ставить на любое расстояние, на любой разговор. 435 поставлю. Это вообще под длинное предложение может идти. Так, что у нас тут? Ну, шляпа, в принципе, нормальная. Единственное, что потом можно вот воротник чуть опустить. И вот болтовня идет, все движуха, все создается, все по-простенькому, без всяких там заморочек. Все прикольно. Это значит стойка конюшни, тут будет сено и персонаж там будет сидеть. Лежать, сидеть, короче. И будет разговор у них, да? Так, ну вот такая штука. В принципе, нормально. Можно еще давайте в Object Mode выберем вот этого персонажа. Добавим ему плюс шипкей разговор. Лицо. Так, теперь отключим, прибавим полностью вот эту штуку, уберем вид костей и смотрим, значит, Sculpt Mode. Вот раз. Рот он здесь открывает. И давайте, значит, симметрию отключим и просто усы чуть-чуть с этим, ну, с ртом чуть можно подтянуть, да, как-то вот так вот, и поднять ему, допустим, вот эти скулы. Ну вот раз, здесь уберем, значит, в минус. Вот, уже лицо, видите, живое, да, прямо, опа. Так, ключицу на вот это дергание убрать. Оно тут нафиг не нужно, да. Так, следом добавляем плюс шипки. Это будет разговор 2. И здесь, где он рот закрывает, чуть-чуть такая вот штука пусть будет. Раз. И челюсть чуть-чуть такая как бы больше становится.
Так, а здесь мы ее уберем в минус, да? И получается так раз, 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 уже лицо такое более нормальное. Тогда мы вот эти все шибкие, этот шибкий добавим. Куда мы его добавим? Так, здесь можно потом даже, наверное, крупным планом его взять и будет зашибись. Или сбоку вот так показывать его. Или с этого, вот с этого на боку вот так. Оп. Будет хороший ракурс. Ну вот, так будет получше. Ну, в принципе, и все. Вот такая заготовка. Значит, теперь вот эти можно удалить части. Вот эти. И закидывать, значит, нашего персонажа уже сразу в сцену. Линковать. Вот у него будет теперь болтовня. Так, нужно еще вопрос сейчас порешать вот с этими вот вылазит, ну как то, что вылазит с него. Так, находим, значит, нашего персонажа, добавляем шибкей. Заходим в скульпт мод. Так, заходим в Object мод, делаем ему S, прописываем и. Заходим, значит, на нашу одежду, добавляем модификатор. Так, smooth, surface deform, shrink wrap. Выбираем нашего персонажа. Вот так, да? Так, а теперь выберем персонажа шибкей и уберем шибкей в ноль. А он не рабочий, да? Так, пардонте, тогда другим способом. Ну, шринк-врэп вроде бы, ага. Не вроде бы, а он не справился со своей задачей, короче. Так, это off surface. Так, recent advance about. Ну, так еще куда ни шло. Вот так еще пойдет. А ну-ка. Так, а это что тут? Project. Таргеты нормаль. И здесь такая же штука, да? Ну, в принципе, вот как бы так и нормально. А ну-ка. Чуть-чуть подправят в скульпт моде. Ну давайте еще попробуем другой вариант. Так, давайте попробуем еще одну штуку, да? Значит, выбираем нашего персонажа. В принципе, что тут? Просто шмотки можно подправить. А ну-ка, скульпт мод. Просто чуть-чуть подправить. Делов-то, да?
Так, а ну-ка, если теперь подправлено будет туда двигаться. Так, вот раз. Ну вот здесь еще натянуть. И в принципе что, нормально все будет работать. Так. Но косяк в чем может быть, когда это все вернется? А ну-ка, если выбрать нашего персонажа, зайти в Pose Mode, английская А, Alt-G, Alt-R. Так, то вот у нас тут уже с одежей получается где-то вот тянулось. Придется это дело назад выправлять. Это уже не есть good. А ну-ка, А, И. Зайдем в Object Mode. Смотрим, что тут такое. Так, Sculpt Mode. И, допустим, это дело все нужно будет назад подставлять, да? Ну, как-то так-то. Так. А если выберем в Object Mode, выберем нашего персонажа, добавим ему шипкей, добавим вот этот ползунок, потом это все дело в Sculpt Mode как-нибудь надуть, забыл я, какая тут надувает, Inflate, вот она, по-моему, да? Так, тогда поднадуем тело. Руки тоже поднадуем. Так, а ну-ка. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну, как бы так бы, да? Теперь в Object Mode возвращаем все назад. Выбираем нашу вот эту одежду. Заходим в модификаторы. Находим, значит, Surface Deform. Нажимаем нашего персонажа. И делаем бинт. Ну вот видите, что все пропало. В принципе, нормально, да? Система работает. Сначала персонажа надуваем, а потом применяем вот этот, значит, Surface Deform. Ну вот, как-то так-то, да? Угу. Так, все, эта система рабочая, значит теперь Open Shift для конюшни. Don't save. Так, значит, этот добавляем плюс шипкей, ставим его в пределы, заходим в Sculpt Mode, находим кисточку Inflate. И чуть-чуть тут еще что-то этакое надуваем. Пойдет. А ну-ка проверяем в такой позе. Теперь это дело все убираем. И заходим, выбираем нашу куртку. Добавляем Surface Deform. Жмем на нашего персонажа. И бинт. И шиша, как у латыша. Потому что нужно все-таки его в обратную позу вернуть. Это значит Pose Mode, английская А. Так, и где-нибудь его. Так, давайте вот эту G позу отодвинем. А здесь тогда Alt-G, Alt-R. Сделаем. Пропишем И. Зайдем в Object Mode. Выберем нашего персонажа. Так, ну в принципе, что, персонаж тут нормально, да?
Ну вот чуть-чуть тут рука. А если не надувать, просто, значит, выбрать вот эту шкуру и применить, значит, Surface Deform. Выбрать нашего шерифа и просто сделать бинт. Нифига это дело не работает. А если его S поднадуть и G чуть-чуть тут. Оба. Ну, тоже неплохо. Можно и так сделать. Вертекс группу можно добавить. Так, вот здесь, если побольше, что получится. Так, уберем пока. Значит, так. Зайдем в Sculpt Mode. А ну-ка. Тоже тут поприбавим. Поподтянем. Так, вроде бы все тут хорошо. Но не так все тут сладко, да? Так, а ну-ка, вот еще спереди тут, опа. Так, единица на нампаде. Object Mode, выбираем нашего персонажа, добавляем ему шипкей до предела. Заходим, значит, в Sculpt Mode. Выбираем кисточку Inflat и, значит, начинаем это дело все как бы увеличивать, да? Так, а ну-ка. Аж вот эту скроем. Мод. Что-то инфлат как-то хреново надувает, а ну-ка. Так, теперь это значит в ноль. Alt-H, возвращаем наш китель. А ну-ка, выбираем китель и добавляем Surface Deform. Выбираем нашего, значит, персонажа и жмем Bind. Все, вот нормально, чуть поднадулся. Ну, локоть чуть-чуть. Тут чуть-чуть, но это уже, в принципе, а ну-ка, тут рука как у нас. Вот где бицуха, видите, уже не проваливается, не вылазит ничего. Так что вариантов тут валом, как все это дело подправить. Можно просто надувать, поправлять, значит, шипкеями. Можно вот таким вот образом. Можно, значит, если эту штуку убрать, то можно скринку рэп и поставить на нашего персонажа. И прибавить сколько нам надо. Опана. И вот шкура уже как бы обволокла он до любых размеров. Ну, поправлять тогда, видите, тут придется то тоже. Так, ну ладно-то. Surface Deform вроде бы нормально работает. Все. Ну, вот такая информация. Значит, персонаж готов. А вот что тут? А, теперь видите, в чем проблема. Вот эти, где, значит,
Значит, где прописана вот эта анимация для пальто, теперь тут, видите, не реагируют кости на нее. Вот тоже косяк, вот тоже вылезла, вот тоже теперь понятно, видите, все. С этим модификатором не работает эта штука. А если этот модификатор теперь удалить, то проще тогда так подтянуть. Вот, тогда у нас и плащ мотыляется, надувается. А эту тогда проще вот таким образом зайти в Sculpt Mode, добавить, допустим, шипки, до конца ее вытянуть и бамс, просто подкорректировать, где у нас косяки. Ну, тут, в принципе, не так столь много. Вот единственное, что бицуха. А ну-ка. Почему тут бицуха, значит, опа, проваливается. Ну, как-то так-то. Вот она еще бицуха. Ну, а так, в принципе, ничего так. Так, вот что-то там. А, это я надувал, значит, кости. Ну, ничего. В принципе, персонаж нормально себя ведет. А ну-ка, что дальше будет? Раз. Опа. Ну вот все подправилось, все нормально. Ну так, все, вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.